После открытия цирка министр культуры Владимир Мединский отправился в правительство региона. Там был подписан протокол о создании в Ивановской области отделения общественной организации Российского военно-исторического общества. В 52 регионах страны такие отделения уже работают. Их задача – популяризация и всестороннее изучение военно-исторического прошлого государства. Ивановское отделение предложено возглавить председателю облдумы Виктору Смирнову. Это будет самостоятельно созданное общество. На самом деле на территории области идет достаточно большая работа, связанная с историей и страны, и региона. Мы буквально последние годы узнали об участии в Ивановской области в смутных временах. У нас активно работают сегодня поисковые отряды. Есть много вещей, на которые историческое общество может проявить силы. В личной беседе с министром Павел Коньков озвучил вопросы финансового толка. Региону необходимы средства на завершение реставрации деревянной церкви в Иванове и на 10-й юбилейный кинофестиваль Андрея Тарковского «Зеркало». Без господдержки последнему не обойтись. По обоим вопросам Владимир Мединский пообещал помочь с финансированием. Я там и трехнедельно был министром, как меня предыдущий губернатор затащил на зеркало, показал, как это проходит, как это работает. И скажу вам по секрету, что по поручению главы правительства фестиваль «Зеркало», как один из наиболее успешных проектов региональных фестивалей, был, наверное, единственным в прошлом году, финансирование по которому было не то чтобы не сокращено, а даже увеличено. А в новом цирке министр культуры предложил сделать кинозал для школьников, но не обычный, а патриотичный, чтобы было где в хорошей компании посмотреть фильмы отечественного производства. Губернатор идею сверху поддержал. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.